В народе их называют доктора души, официально психологи. Свой праздник 17 сентября отмечает психологическая служба МЧС России. Работа психологов МЧС сложна и ответственна. Они должны понять, подходит ли человек для такой опасной работы, не отразилась ли она на психике и не случилось ли выгорание. Для этого используются как тесты, так и специальное оборудование, к примеру, кресло-массажер. Если, допустим, есть какие-то определенные показания у человека для снятия эмоциональной усталости, напряжения, есть определенные показания, либо просто человек может сам прийти по запросу собственному и просто пройти этот курс реабилитации. Вот, допустим, на данном массажном кресле курс проходит, ну, порядком около 10 раз. Не бывает чужой проблемы – вот девиз психолога. Индивидуальные консультации, групповое прохождение тестов, беседы – это малая часть того, что они делают для улучшения состояния. Иногда достаточно просто выслушать, чтобы спасти человека. Дарья Куприна, Александр Скопенко, Новости 21.